Итак, приветствую всех. Сейчас мы начнем. Точнее, продолжим. Так, ну что ж. Продолжим. А, да, стоп. Сначала я хочу сбегать. Бегать, посмотрим, может, какие-нибудь информации еще будут. Все получили. На самом деле, может, этого не стоит делать? Интересно. Юки нет. Я не помню, для чего она дает. Теньше можно получить. Но для этого, по-моему, надо слиться, что ли, 20-30 раз. Юку, по-моему, Медиса ничего не дают. Антона я получил. Можно как его сбежать? Так, я тоже ничего не говорю. Цухи, если только еще забежу. Для Санаи. Вот Санаи не помню. Ей, по-моему, 70 уровень, что ли, нужен. Ремели я уже получал. Осталось только, значит, Куцуки. Для Ори нужно это сколько-то ластвордов использовать для Сатори. Вот для Уцухи, я не знаю, она уже после этого дает информацию. Дефенс. Интересно, и что это? Так, формейшн.
О, кстати, для трех персонажей. А, Last War 25 раз надо. Для трех персонажей. А, я могу вот в рекордах посмотреть в промаше. Два спереди, один сзади. Два танка, один магический дамагер. Это последний из трех. Кстати, это наиболее сбалансированная формация по шансу попадания. У всех остальных в основном в районе 30% каждого персонажа. Вот это 50-50 и практически... Ну, 47-48 и 5. Персонаж, который сзади стоит. Хотя нет. Единица. А. Нет, тут вообще по-другому. Типа персонаж, который сзади стоит, считается первым. Дефап, арер, макап. А что, что-то неправильно понимаю. Короче, странно. Может быть, это ошиблись? Потому что написано, что первый и второй слот 30% дефенс бонус, а тут написано фронт дефенс бонус, а тут фронт 2-3. Ладно, на самом деле. Может быть, они просто опечатались. Кстати, сейчас можно к Ремели пойти. Она еще одну формацию даст, то есть она две дает. А, Юка дает только формацию после того, как ему бьет 30 противников с мгновенной смертью. Скарлетт Шут это просто вот 25% каждого персонажа и скорость увеличивает. Дальше не особо. А вот Falling Cherry Blossom довольно интересно. Да, вот кстати, Falling Cherry Blossom. А вот интересно, сколько Йома набило этих. А, я отсюда не могу выйти. Только отсюда. 30%. А, сейчас кремили, потом. Надо вообще Йому как-то... Сейчас. Ну-ка.
Интересно, сколько ей надо подождать, чтобы у нее зачаржился Last Word. Еще у нее дальний чанец. Тут надо, да, призрака. А сейчас я попробую так сделать. В принципе, формация неплохая, так что я странно, что я не набил еще 30 противников с мгновенной смертью. Вроде я довольно часто использовал это. Господи, что все так туго-то? Что-то ему как-то туго работает. С Last Word, по идее, быстро должен чаржиться. Вообще при получении урона должен чаржиться, я не понимаю. Проблема. Ну ладно. Может, типа 0 не считается за урон. Блин, повесил.
Может, реально при нуле не срабатывает. Да, бред какой-то, короче. Хочет она эти ластворды делать. Привет, Алга. Отсюда выйти нельзя. Блин, вот Юка Йому даст формацию, которая мне нужна, но только если она успела 30 противников с мгновенной смертью убить. А вроде как успела. Чё-то не понимаю. В чём прикол? А, надо все равно забежать сюда. Last word. А, кстати, а это... Что мне там с голдой? Где голды? Да какой я еще там не добежал? Три у идиоток. Так, не понял, у кого там хп-то. А, точно, у меня же все эти есть штуки. А, тут у меня покинул. А, мне нужно три голды на пять. Разбежался. Бывает. Так, что у нас тут? Первый по центру. Мне он уже не нужен, потому что я еще вчера сказал, что у меня там все собрано. Там, по сути дела, нечего брать пока что. Там только для босс-файтов. Так, а кто мне четвертым был? А, Сатори у меня. Плохо, что я не могу получить информацию от Юки, потому что у нее, кстати, топовая. Два персонажа спереди, у которого масса силы атаки повышается, два персонажа сзади, у которых магическая атака повышается.
SPDF. Я просто не хочу сейчас обычные ресурсы тратить, потому что потом более крутые пушки появятся, на которых надо еще будет больше ресурсов тратить. Вот это не понимаю, что это значит Elemental Strange. Dev плюс 5, это, конечно, да. Че, брать особо нечего. 5 АТК можно взять. Саму на скиллом по косту. Тут, конечно, бомба плюс 4, это да, клево. Хотя на деле это будет 3, потому что 4 навык дает тоже плюс 1. Даже не знаю, есть смысл брать его. А тут 5 атаки, 15 МП. Получается 10 атаки, 10 МП, хватает. А, у меня есть 4, но конверт 3% атакой. Это мне нужно. Можно, конечно, отсюда снять. Хотя мне все равно не хватит. Thank you.
Я даже не знаю. Индукция, резист, кассик, спид, резист. Сначала ими пойдем. А тут еще эти каунтеры уже появились, походу. Пока я там бегал. Ну и ладно. Пап, не помню, чем их бить. Молодец, смажет. Понятно как.
Блин, Найка задолбала спать. Молоток. Так, а нам по центру все равно же, да, надо? Вроде как. Да. Походу, в основном все Хайку убивают до смерти. О, внезапно. Приоритеты. Сплошные. Thank you.
Мне нравится, что Last Word Йома срабатывает в толпе противника, которые, в принципе, не могут умереть в мгновенной смерти. Это умеет. Кодекса. Ай, кузыряра, заремарали. Лизард Кинга буду. Айки не привыкать. Бафы резиста, а их хоть бы шаханы. Нет, уж типа их финал. Так. Тут просто индукция эвейжена. Кнопка эта нужна, это уже потом. Это чтобы эти двери открыли. Какие-то странные вот эти закутки, в которых ничего нет. Обычно в таких сундуки прячут. Это чтобы двери открыть. Но не один же. Одно попадание. Блин, что за бред? Почему одно попадание?
Вот написано хит 4. Ёкран бабай. И на Вики тоже написано 4. А вот Lazy M было 4 до 8. А я сейчас проще поступлю. Блин, Санейка бьет сильнее, чем Нитори. Че, серьезно? Сейчас вот это уберу и вот так вот. Я кучу ящиков пропустил. Так, не понял, а как туда... А, да, отсюда. Главное, убило того, по кому, через кого основной урон должен был идти. Через кого. Картридж с мгновенной смертью. А, тут мне еще надо эти переключатели. Нитори, как всегда, минимальное количество попаданий сделала. О, да неужели? Я думаю, они им не подвержены. Там резист охрененный. Сейчас мы, короче, это вайпнемся, походу. Странно, громом бьет. Я думал, только землетрясение умеет делать.
Надо же каким-то чудом моего прибили. Это типа местный мини-босс. Ну, мы с ним потом еще кучу раз встретимся. Да, святая, ага. Мока с бомбами. Четыре девы света. Ни на кого не наложилось. Отлично. Чего-чего?
А. Про это. Реймота с новым Гахеем, ух, зажигает. Подсечка. Что-то мне Алиса вспомнилась. А, блин, этого козла-то бить этим. Водой, по-моему. Или электричеством. Наяривает тут, да? Подсечками. Еще у Рейма тут есть этот удар Гахим, который смерть вешает, но... Ну как-то да. Так, это у нас птица. Все, птица нейтрализована. Тут, походу, прикол Гахея в том, что он часть МП восстанавливает. Точнее, возвращает. Temple Crush. Альтария. Блин, донат в жизни не попадет. Вот только мог, может, с этими спелкартами. Блин, весь спирт вообще какая-то.
А только на Мока вытягиваем. Можно, конечно, всех в линию поставить и Бикурен Даркхилл использовать. Но такое-то, да. Да, урон вообще никакой. Да мне тут особо-то не надо. Блин, Grand Slam это вообще так себе тема. Может тогда просто Hakurei Needle взять. Сильнее, чем омлет. Мне как-то странно. Ну, наверное, только если 13 сюда вложить, хотя бы 5, тогда да, лучше 13. Так, мне что-то в это слабо верю. Что там, на 200 сильнее. Рейму тут какая-то странная, типичная микроскай. А вроде самый точный доджевый персонаж. Да вообще.
190. Жаль, только с ней все выйдет. Ладно. Так, а тут куда бежать? А, и то странно, да. Нифига не сильнее. Рэйму тоже вон на 2 хп. Нормально. Тащит. Где у нас там круг? Слон с какой-то, не знаю, дамаской. Главное нейтрализовать курицу. Да, амулет все-таки что-то покруче. Мультитаргет за 10. Нафиг мне тогда идти. Да. А, тут лоу минус, это вообще фигня. Была там ничего нету. Нету. Где же круг, я что-то не понял. А, вон там вот. Вот он.
Вообще, биокорен можно защиту от физики дать. Там, по-моему, уже можно 20% сделать, но нужны ресурсы. И свиток ей последний, тогда у нее будет 10% защита от физики. Что довольно неплохо. Рейму что-то как-то вообще бьет тут чудовище. Прям второе дыхание тут получил. О. Тропы какие-то пошли. Что-то небольшие. Дальше кто-то там. Дроп сигнала. А вот, кстати, на этой локации с движущимся вот этим градиентом водным в 4 раза больше битрейта жрет. Обычно 500, а тут до 2000 подскакивает. Ну, правильно, это по экрану постоянно что-то движется, поэтому... Хорошо, хоть тут виспов практически нету. Самый бесявый противник. Я сомневаюсь, что на них какие-то статусы действуют. Можно вот так хитро поступать, переключать, каунтер будет назад возвращаться. Ну кайхунча! Тропом ничего не берется, ни свет, ни тьма. Райфл. А где твой Бим Сейбер? Пиу, пиу, пиу. Просто плющит. Так, тут, по-моему, где-то. Хотя не тут, а в другом месте. А, во. Ха. Прикол, да? Я помню. Хитро там спрятан. Что-то на следующих стадиях будет. О.
Следующая стадия тоже неприятная, но вот это вот наиболее неприятная, как по мне. А, пимсейдер, хорошо, ну да. Но тут же нету этих гандамов, тут только какие-то масс-продукт мобил-свиты. Гандама-то у него это башка, как у самурая. Шлем. Отличительная особенность. Пока там прожата. Кнопка какая-то есть. Понятно для чего. Ты должна не только прожимать. А, тут в ящиках в основном ресурсы. Больше ничего интересного. Отлично, убил главного дамагера. Поюкаем еще там этот лазер слэйр имеет. Вам поюкаем и трансцендентом. Так. А, ну да, она у нас этот трансцендент. Так. Птицу надо. Первый. Заглушить. Вот это вот опасен тем, что у него есть сильный удар. До 4 уровней. 4 хитов делает. Как он мог, по сути дела. Только с большим шансом. Вот это вот. Так, что-то у Мока там... А, ну правильно, наши там эти... Даблкасты делает. Хотя я уже прошел почти. Вот была бы отъему формация, был бы, может быть, полегче было бы. Все равно бы она сзади была, да. Просто вот эти вот роботы, они толстые, их только электричеством можно бить. Да вы что, серьезно? Это вот вообще как было? О, чё за бред? У неё отпертифти 50%. Фрейм резист 50%. Вот понятно. Блин, вот это вот бред был.
При том тертифти у кого-то стоит. Не подстава, это бред. Вот это был полный бред. А, можно вот это взять. Это каталог, хотя не вряд ли. Хотя тут вон blank скроллов, у меня целая куча magic медалей, куча. Пресс Юрисиди. Потому что я с работы прихожу в 12 ночи, фактически, поэтому стримы вот так поздно. А, ну и да, плюс ко всему у меня интернет только после 12 нормально работает. Вот это скорее ключевая проблема. Ладно, дам рекуррент, потому что у меня куча для нее ресурсов скопил. Нужно делать ей свитер. Тут МП плюс 15. F. Даже не знаю, что лучше МП плюс 15 или F плюс 45. Лучший враг хорошего. Просто на самом деле МДФ-то ей не особо нужен. С другой стороны. Да на самом деле на импа возьму. В принципе, когда она будет саппортить, может более пригодиться. А тут ей так дам. Хотя бы защита от портифти побольше. Экзорцизм. Резисты страдают, ну ладно. А, еще кому я там санеки там сделал. Все равно ни на кого этот веном не вешает, поэтому лучше вот так сделать. Хотя бы мультистрайк будет. Одна сплошная подстава. Встретится какой-нибудь каунтер, которым, я не знаю, просто как-то охрененно везет и умудряется всех убить.
Этакий закон подлости. Кучу раз монетку подбрасывает. Это как данмаку шутера проходить. Чтобы каунтеры не отреспаунились. То вот с таким везением это, конечно, да. Сначала тогда по центру пойдем. Конечно, по этим ребятам послабее будет. За их резисты к физике. Точнее, к слышу. Но всех остальных должна ли быстрее убивать. Хотя как-то странно, вроде атака сильнее, а урон вроде идет меньше. Но это такой меч специфичный, он лучше всего магам подходит. Что я наделал? Дал топовый меч Сакуи. Правда, он в основном для Литоса больше подходит. Так у них же этот Кусанаги. Которого он 100% экзорцизм по... западным богам, нет, точнее, это иностранные боги, по драконам, гигантам, духам и просцендентам. Еще куча ништячков дает.
Ага, кому еще его дать? Его больше некому дать. Можно, конечно, Рейму дать, но у Рейму там Гахи сильна, поэтому это... У Йому... С контратаки. Она хп ворует. А Рэйма, я сказал, у нее уже Гахей, который ей там на 40% усиливает амулет. Игла. Пока так. А, ну я не могу, хотя... А, да, я не могу их посматривать. Тем более там еще количество бомб увеличивает, индукцию увеличивает там. В общем, все статы повышает еще дополнительно. Может, урон сильнее стал, я просто забыл, какой раньше был. Можно было бы его еще Айки дать, но Айки этот топор, который смерть вешает. Блин, да вообще отлично. Единичку наносит. Потрачено. Якуримя. Ну да. Все бы они так хреново бились. Хотя я сомневаюсь, что они уязвимы. Ха, надо же, уязвимы. Там у Ремильки Last Word есть, который всех противников в Якури превращает.
Так она если так сделает, то они тебя умудряются убивать. Потому что они там превращаются в гигантских и начинают детонировать. Это бредовый каунтер. Эй, прикинь, она выжила. А, плюс у нее еще с мечом этот же щит активируется. Слишком бронированный. Да, немного урон у них похоже, но ладно. Ха. Алиса получает бомбу. Первая в жизни бомба. Для нее. Чисто символический яд. Если не смотреть на драконов, тут, по-моему, самый легкий каунтер получается. Тут все основные дамагеры. Так,
Хотя надо так сделать. Сначала от нее избавиться. За вот этих приколов. Еще подкладки, ты чего? Вроде ножик Усаку и против драконов. Как всегда, Сатори топовый дамагер. Так, налево нам не пройти тут. Тут никого нет. Слава богу, не появились каунтеры. Кого-то остались, от которых мы убежали. Еще как всегда забыл. Формирование изменить. Санеки там вообще какой-то дракон. Первый раз я эту плетку и сделал. Любительница ящериц. А стоп, это пресноводные. Вроде. Ну, все драконы в Японии водоплавающие. Ну, в Японии. А в Китае не знаю. Наверное, в Китае тоже. Они же у них длинные, как змеи. Вся фигня. Эти не западные.
Эх, у всех Last Word чаржится, кроме Йомы. Ну, печаль какая-то. МПшка-то он неплохо дрейнит. А, ну это критом. Хитрый тут. Он может спокойно кидаться там этим. Спелыми. Ну, можно зайти, в принципе. Хотя еще нет. А, стоп. Чем мне заходить-то? Что-то вообще открыто. Кто сделал? У нас тут есть две красно-белые. Это намек. Потом будет забавно, если я где-нибудь тот ящик пропущу. Ну или опять нарвусь на каком-нибудь, блин. Шального противника, который с первого же каста всех за статусы. Так, блин, хотя какая разница, можно светом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
А что лут? Что с лутом не так? Хипермолет. 10 уровня. Так. Хайп амулет. Амулет хайп, да. Лас хит. В одного, в одну цель. Ну вообще отлично. Хайпанем немножечко. Ты хайпа. А, да. Какой урон-то наносит, а? Прям Реймов снова в деле. Ладно, тут надо всех быстро решить. Вроде везде все наше. Туда не пройти, да? Так, наш спасительный круг. А мог уже МП закончился. Блин, вообще офигенный каунтер. Противник, который есть им только для электричества, и два только для воды и огня. Надо же, он просто выстрелил. Что-что? Какие?
Не, они прошенные, не знаю. Что-то в этом есть. Надо бы успеть за сегодня эту локацию пройти. Иначе я тут завесну. Отлично. Хорошо, хоть Мока везет. Эти, блин. Гады. Давай, это почулька, больше никто их не может. Кто спешит на помощь? Вообще, это подлецы, мерзавцы. Господи, опять это кури. Смешно. Да блин, вообще бред. Ой, ну сколько раз мазать-то можно? И обязательно, да, надо сбежать. Ой, блин, я сам буду от них убегать, долбали. Закон подлости называется. По сути, на них бессмысленно тут охотиться, потому что только 4 персонажа. Ну вот что за бред опять начинается. Нахрена персонажа, нахрена метить в задний слот, я не
Во, отлично, мы как-то добрались. Интересно, тут точно ящиков-то нет? Зато есть кнопки, которые мы пока не прожмем. Только я что-то сверху. Эндрессеринг я еще. Они потом на предпоследней главе будут по две штуки подсвинника. Еще можно их даже не фармить. Armored Balloons, это что? Ну, это проще по вики пробить. От стаба. Мои очень не убивал. А, забавно. 25 штук убил их. Точнее, вообще не выбил. Это я выбивал точно. Тоже убил. В основном со всех падают это адамантит шарт, арчаниум шарт. Притом я только один кусочек выбил. Сколько уж тут противников. Решили, видимо, просто слот забить. Magic Ring. Skill Ring. А, и меч я тоже убивал. Интересно, вулкан амулет у меня. Посмотрим, если кого. Плохо. Что у нас такое-то тут? Один. Правда, назад вернусь. Смотрю, все ли я там обыскал. По идее, все. А что нет? Сейчас лучше перестраховываться. Кстати, интересно, когда там ребята уже эту игрушку про Саку выпустят про диване? Что-то они как-то там долго едят. Хотя это... А, как бы сказать, такой типичный ход. Выпустить демку. А потом еще полгода разрабатывать.
Да ту самую, господи, она единственная, по-моему. Которая в стиме есть. Ну, не считая это Adventure Scarlet. Уже вышло, разве? Я только демку видел. Ну да, вот это вот. Так нет, она еще в раннем доступе. Да. Как бы можно ждать. Можно ждать, как Тоха Тактики, который сначала выпускал с демка, а сама игра выпускалась через 3 года. Как тебе такой расклад? Потрачено. Из 8 ударов один попал, второй ушел в промах. У-у-у. Вообще шикарно. Долбанная ракета. Ладно, потом посмотрим. Вот почему-то таких каунтеров я не рипаюсь. А вот когда какой-нибудь долбанный, какой-нибудь, я не знаю, задрипанный противник кидает статус, у которого шанс срабатывать 10%, статусит всех. Ну так, 10%, да. Может кидать и никого, раз 5 и никого не застатусить, потом кинуть и застатусить вообще всех. Даже сквозь резисты. Блин, да чего у вас столько здесь собралось? Застатусили в Якурен, у которой 75% только от брони защита от окаменения. Вот где долбанная логика, я не понимаю.
бегу назад в круг. Стоп, уже потратил бомб, а мне как мини-босс там встретится. По-моему, там эта рыба будет. Которую мне, кстати, нечем бить, потому что она, по-моему, только к электричеству изымит. Вот какого хрена? У нее 50% плюс 75%. Идите нафиг. А что вообще можно дать? По сути, ничего такого. Хорошо, просто. Еще Ризи 120. Да. А, у Пачульки почти полная звезда. Что, ее почти полную звезду за статусили? Или подождите, или ее убили тогда? Короче, эта игра иногда с логикой не дружит. Кстати, что вот это логика? Я вот не помню этот луч. По-моему, он мистиком бьет. Только что он мистиком. ХП плюс 100 стоит. Еще защита, да, какой-то мистики ставить. Короче, нафиг. Даешь плюс 100 хп персонажа, его ваншотают все равно. Даешь ему почти что иммунитет к статусу, его первым статусит. Может проще на массовый спел перейти. Хоть подороже, но зато бью всех. А где? Конечно, они послабее бьют, но... Смотрю. Хотя, скорее всего, мне придется кулдаун апать. Так, ну сейчас я еще и вайпнусь. Да, отлично. Вот опять 25. Так как задолбали вот эту вот хрень делать. Там мог тогда и защиту отпертивти вместо бомбы.
ключульку пускай там спелкартами ловит. Слов нет. Какой-то, блин, бред полнейший творится со статусами, со всеми, блин, с фокусом по персонажам. Рандом долго, наверное, уже достал. Так, кто там еще стоит? Сатори. Тяне над светом. Что да, этим по барабану, а эти только к свету видят. Все равно не пробивает физическую защиту.
Ладно, повезло, что Мокас Last Word сработал. Начинается опять. Зато за эту толпу дают почти как за Юкури. Поэтому я говорю, что это самая такая сложная локация в игре. Еще тут можно вайпнуться, если с боссом встретиться. Хотя, по идее, я его пройду. Так как Урусаку и как раз меч против него. Так, стоп. Тут же ничего. А, это так сделано, что скосок бежит. Я думаю, это у меня геймпад. А, упачули 10 спелкарт. Отлично. Так, тут все понятно, она очень долго кастит. С каких жуков? Уже, да, забыл про жуков. Я помню только маленьких. На небесах. Да, прошел, забыл.
Нет, все равно не помню. Они на какой локации были? Впрочем, кстати, с демона падает довольно фиговая броня. Хотя она может вторым пойти. Обычно тут все враги становятся круче, одна вот эта собака деградировала. У нее было три головы и змея на хвосте. Теперь просто две головы. Мариса-то, кстати, тоже можно посильнее поставить. Хуже не будет. Решил не защищаться, так и Морис сразу прибил. Кстати, Dragon Soul'а. Чуть не понял, я же вроде к воде увезли. Навели какой-то урон слабоватый. Да, к воде увезли, а что там всего 1000 урона было? Смотрите на успелки. Или там с мелкого по 500 она будет. Рано как-то. Так, а тут вроде никаких ящиков не было. Вроде нету. Прятать. Какой-то урон смачный. А тут один кулдаун есть.
Мариса вообще потенциально самый сильный урон в игре может сделать. Потенциально. Хотя нет. Это те, кто с мультистрайками. Типа Йому. Да. У Мариса просто даблкаст. Разошлась-то. Угу. О, кстати. С полета. Так, надо кнопочки прожать. Не знаю зачем. Но надо. Посмотрим, что случится. А, там это откроется точно. Нет. Так. Скорее всего, да. Проход по центру. Так, тебе, чтобы еще назад вернуться, мне надо там переключатель опять дернуть. Были мейды драконы, теперь вот эти вот непонятные. Изисы. Правда, изисы в Египте были. Вообще у нас тут ни одного мужика нету, как они шарм вешают. Thank you.
Ой, все. На эту блондинку посмотри, и одна кукла мало будет. Так, что у нас там по рекордам? 367. Ну, в этих с боссами это уже завтра будет. Ну, кстати, все нашли. Надо же. Ой, а что не можешь не радовать? Ладно, с горе пополам мы эту локацию прошли. Надо же, 56 часов уже. Не так уж и много. Тут-то. Графический кретинизм выручает. Так, что-то я забыл уже. Да, нет. Явно налево. Тут тоже явно. Да? А так нафига я сюда побежал, если да. На Вите-то еще все против... все каунтеры медленнее бегают. Тут они резкие, как понос. Так, что-то я тут потерялся. А, мне вообще надо. Сюда. Черепаха белая. Единственное, я сейчас, наверное, сбегаю, попробую ему таки получить все, что она должна получить. Капа подрывает. Кстати, 48, 50, 50. Все, кроме Нетори и Алисы, в принципе, уже нормально так подкачались. О, снова циклоп. Я чувствую, сейчас мы точно лайпнемся. Он к земле. Надо же, он решил ход потратить на обычную рукопашную атаку.
А, электричество же, да. Видимо, решил жалиться над нами. Кстати, они тут довольно часто появляются. Вот и отлично. Теперь хоть можно спокойно проходить. А, что у нас там? О, наконец-таки. Всего-то каких-то 4 противников не хватало убитых. Да, ём, тебя испугалось аж 30 противников смертельно. Beautiful Cherry Blossom Dead. Прекрасно цветущая вишня смерти. Если ей так скучно, пошла бы с нами. А, тут Falling Cherry Blossom, ну да. А. Да, вот, короче, вот эта формация как раз и нужна. Потому что эти ребята тогда не смогут пробивать персонажа, который сзади стоит этими направленными скиллами. Даже если вы будете проходить, получите вот эту информацию до того, как попадете на локацию вот с этим затопленного храма. Надо 30 противников убить через мгновенную смерть с помощью ее. Но если учитывать ее спелкарту, которую мгновенную смерть вешает, и то, что у нее катана, все катаны тоже мгновенную смерть вешают, то да. Но я что-то немного протупил. Осталось, наверное, только как ее сбегать. Смотри, что она нам скажет. А, ничего нам не говорит. Поэтому вернемся. Рам, будем закругляться. Хотя, стоп, сейчас посмотрим. Пригодится.
Так, но эти майдане все равно у нас акварианы. Автокэнон мог, кстати, пригодиться. Не знаю, если будут проблемы, сделаю автокэнон. А, тут у нас Ravengot UK. По-моему, ей тоже не понадобится, это вот потом. Кстати, топовая на самом деле пушка, жалко, что в постгейме там появятся более дамажные пушки, а вот с этим слейером уже не будет. Хотя многие боги, как раз, многие раритетные противники как раз таки иностранные боги. Юкая. Вот это как раз надо сделать ваншот патч. Хотя... Редефенс меди. Вообще, да. Ваншот патч. Потому что оно тут как раз будет... топом дамаги. Все-таки потом я буду вот переключаться, когда он будет танк, но вот этот вот. А, ну по сути, да, это их финальные пушки, а я что-то думал, что там понадобится другое. А, скорее всего, будет этот за раритетный, а в постгейме появятся две, которые за дополнительные. В общем, да, сейчас дадут предпоследнюю пушку потом. За раритетную вот, ингредиент. А в дополнение еще две появятся, которые из это вот предпоследней пушки за раритетный ингредиент еще усиливаются. Либо такой средненькой силы. Уже ингредиент, который в постгейме появляется. Ну и в принципе их можно делать. Что это раритетный ингредиент, я еще не скоро получу. Может, конечно, повести и там из боссов убить, но шанс. Блин. А синтезировать я вроде их еще не могу. Да, по-моему, там. Как там?
Ладно, сегодня это все. Спасибо, что зашли. Увидимся на следующем стриме. Пробудь завтра. Ага. В то же самое время.